Еще сразу отвечу на вопрос по поводу щенков от моих пацанов. Я щенков не продаю. Я даю лишь контакты хозяев наших невест. Вот. И надо понимать, что в разведении участвует не только кобель, но и суку тоже. И смотреть надо на обоих родителей. Вот. Если экстерьерно и по характеру вам подходят собаки и кобель, и сука, тогда уже можно рассматривать тот или иной помет. Вот. Собственно говоря, поэтому, наверное, я стала вести страничку, потому что тяжело даже на выставке. На выставке можно разглядеть экстерьер собаки, темперамент собаки. Но как они себя ведут в жизни, никто никогда, наверное, правды не скажет. Поэтому я и веду страничку, чтобы вы видели, как ведут себя мои собаки. Причем все. Господи, паутины сколько, в лесу ужас. Вот. То есть, если талисман у меня с таким характером не очень простым, мальчики, то я об этом честно говорю. А, в лужу нашли. Бежит, бежит, бежит. Конь, огонь. Вот. Почему я его не вяжу? Потому что пока в этом смысла не вижу. Я не говорю, что я его совсем вязать не буду. Но пока я не увижу прогресс в его поведении в сторону собак, я, наверное, вязать его не буду. Честно скажу, по нему очень много вопросов. Вернее, предложений по поводу вязки. Девчонки звонят. Вот. Многие его уже любят. Но стой, да, весь в паутине. Ой, пришел вся морда в паутине. Ты ухо свое не три только, жопа. Сейчас придем, будем промывать. Паутин торт теперь валяется. Эй, не валяшки. Сейчас пойдем. Вот, по нему много и звонков, и предложений, но я прям честно говорю, что пока я не готова. Хотя, в принципе, хозяйке кобеля может быть пофиг на все, но я все по совести. Я не могу потом отвечать за всех щенков, а это передастся, такой характер. Вернее, не все люди будут готовы именно к такому щенку. То есть, да, они будут экстерьерно очень красивы, потому что кобель прям нереально красив. Но характер, характер. То есть справятся не все. Я знаю, как с этим жить, условно говоря. Это сложно, но возможно. Человек, который не подготовлен к подобному, будет очень тяжело человеку. Поэтому пока вот такие дела. Да, Тор? Эй, шпана, ты в грязи стоишь самый, да? Иди сюда, жук. Иди, ты мой котик и мой красавец. Ага, скажи, к тебе не пойду. Пиши, пиши. Ой, братики, что моя любовь, что мой золотой.